Слушай, а жрачка-то вкусная. Еще добавки хотелось бы. Раз не ешь мое? Сдурела. Эй! Эй! Эй, ты! Эй! А тут свидетельство об утилизации останков демона. Вот тут и вот тут надо поставить печать. Тебя что-то тревожит? Но стоило мне осуществить эту мечту, как я понял, что в ней нет ничего особенного. Может, мое счастье в погоне за мечтой, а не в моменте, когда она сбывается. Эта жизнь у меня вообще дерьмовая. Я впервые в жизни помацал сиськи. Но вот удовольствия от этого почти не получил. Чем лучше ты понимаешь своего партнера, тем вам обоим приятнее. Оцени, насколько длинные мои пальцы. Холодные ли у меня касания? Тебя когда-нибудь кусали за палец? Чего? Чтобы даже с закрытыми глазами ты мог понять, что перед тобой я. Дэнджи, сделаешь мне одолжение. Я хочу, чтобы ты убил демона огнестрела. 13 лет назад он воплотился в Америке. И с тех пор мы не знаем, где пропадает. Ты самый особенный. И если тебе и правда удастся убить демона огнестрела, я обещаю исполнить твое желание. Любое, каким бы оно ни было. Любое, каким бы оно ни было. А любое это как? Даже я готова на все, Дэнджи. О, обалдеть. А так можно было, что ли?